Надо отметить, что подложка цифровой клавиатуры на этой модели редко выходит из строя. Гораздо чаще проблемы с работоспособностью клавиш вызваны нарушением соединения. Поэтому, прежде чем приступать к замене подложки клавиатуры, следует проверить, плотно ли защелкнут коннектор, связующий подложку с системной платой, находящейся в нижней части аппарата. Подложка клавиатуры крепится к корпусу с помощью двустороннего скотча. Необходимо аккуратно отделить ее от корпуса с помощью плоского тонкого инструмента. Подложка клавиатуры для жесткости зафиксирована на пластиковой детали корпуса аппарата. При установке новой подложки направляющими являются пластиковые выступы подложки, совмещающиеся с ответными частями основы, расположенными на обратной стороне аппарата.